Сильный президент, сильная Россия. Чебоксарцы выразили поддержку избранному главе государства Владимиру Путину. Более 4000 горожан приняли участие в праздничном концерте, приуроченном году добровольцев. Подробности у Дмитрия Ковалева. Песни о сильной стране на по-настоящему грандиозном празднике. Трибуны ледовой арены были забиты до отказа. Прямо сейчас на сцене Ледового дворца Чебоксары-арена вручают награды людям, имена которых известны многим горожанам. Руководители предприятий, ректора вузов, заведующие детскими садами. Их вклад в развитие столицы республики сложно переоценить. За профессиональные успехи государственные награды. В этот раз их обладателями стали более 100 человек. Благодарности и знаки отличия должны стать стимулом двигаться дальше в единой команде. Люблю эту работу. Нравится мне работать. Всегда мечтала работать в детском садике. Именно воспитателем. Да, это именно мое место. Мы развиваемся дальше. Если сегодня еще какие-то очереди есть, каких-то услуг не хватает, то завтра мы про это, я обещаю, забудем. Страна развивается, республика, город. Мы себя считаем лидерами. Россия, отметил глава региона, устремлена в светлое будущее. Развитие страны во многом зависит от молодых людей. Слова благодарности звучат и в адрес волонтеров. Их количество в республике увеличивается. От всей души хочу выразить слова благодарности молодым, неравнодушным, ответственным, целеустремленным волонтерам, которые без страха взвалили на себя определенную миссию – оказывать содействие, оказывать помощь. Мы, государственные политики, создаем благоприятную среду для самореализации молодых людей. Кульминация праздника – концерт звезды российской эстрады Натальи Королевой. Артистка исполнила популярные хиты. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.